Здравствуйте, друзья! Вы на канале онлайн-курса фальшивой кровли. И сегодня у нас небольшое видео, но очень интересное. Это о канале «Архитектурный лист 101» Алекса Просмана. Интересно, что на этом канале очень много есть видео. Ну, естественно, он американец, говорит на американском языке. А вариант английского все понимают. И я попал в комментарии и был озадачен какое-то время. И об этом, обо всем мы поговорим в следующих видео. Здравствуйте, друзья! Вы на канале АМС-101. Это с вами Алекс Просман. И я вам сейчас буду показывать, как обходить каминную трубу. Это ряд видео в 5 частях. И вы здесь узнаете, как правильно и эффективно обходить каминную трубу. Начинаем. Интересные комментарии на это видео. Некий мой карьера 5 месяцев назад написал: «What gauge roof metal are you bending? Looks like 26 or 29». Как это перевести на русский язык? Можно, конечно, включить перевод Google. И здесь появится металл крыши какой толщины вы гнете. Выглядит как 26 или 29. Ну так вот, оказывается, в Америке это идет еще с традиции Британии. Толщина металла идет не как у нас в миллиметрах, а в калибрах. То есть вот это вот гейдж можно перевести вот гейдж roof metal. Это можно перевести какова толщина металла, который вы гнете. 26-й калибр или 29-й. Что такое 26-й калибр? Что такое 29-й калибр? 26-й калибр и 29-й калибр. Заходим на сайт Zymology Engineering Assembly Steel Gauge и смотрим, здесь есть таблица перевода в метрическую меру. Вот идет с левой стороны столбец Gauge Number, то есть это номер калибра, посередине инч это дюйм и метрик в миллиметрах, и находим наш номер калибра. Пожалуйста, 26 калибр это 0,45 миллиметра, 29 калибр 0,34 миллиметра. Таким образом мы разобрались, что толщина в Америке металла идет в калибрах. И как правило толщина идет 26 или 29. Ну и так далее между этими. То есть получается, что чем больше номер калибра, тем тоньше материал. Спасибо за внимание.